Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. От Луки святое благовествование. Но Петр, встав, побежал ко гробу и, наклонившись, увидел только пелены лежащие и пошел назад, дивясь сам в себе происшедшему. В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадии на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговаривали между собою о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. Он же сказал им: «О чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и отчего вы печальны?» Один из них, именем Клеопа, сказал ему в ответ: «Неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И сказал им: «О чем?» Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но со всем тем уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тела его. И придя, сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. Тогда он сказал им: «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И, начав от Моисея из всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. И приблизились они к тому селению, в которое шли. И он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря: «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру». И он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его. Но он стал невидим для них. И они сказали друг другу: «Не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?» И, встав в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И они рассказывали о происшедшем на пути и как он был узнан ими в преломлении хлеба. Я и свой.
Господи, прибежище был еси нам в род и род, прежде даже горам не быть, и создатися земли и вселенней, и от века и до века ты еси. Не отврати человека во смирении, и рекл еси, обратитеся, сынове человечести, яко тысяча лет пред очима твоима, Господи, яко день вчерашний, и же мимо иди, и стража ночная. Уничижение их лето будут, утро, яко трава мимо идет, утро процветет и предет, и вечер отпадет, ожестеет и исхнет. Яко исчезохом гневом Твоим и яростью Твою смутихомся, положило себе беззаконие наше пред Тобою, век наш в просвещении лица Твоего. Яко все дни наши оскудеша и гневом Твоим исчезохом, лето наше, яко паучина паучахуся, дни лет наших ниже 70 лет, аще же в силах 80 лет, и множие их труды болезнь, яко прииде кротость наны и накажемся, кто весь державу гнева Твоего и от страха Твоего ярость Твою исчести. Десницу Твою так ускажи ими, и окованное сердцем в мудрости, обратися, Господи, доколе, и умолен буди на рабы Твоя. Исполнихомся за утро милости Твоей, я Господи, и возрадовахомся, и возвеселихомся. Во вся дни наши возвеселихомся, за дни вняже смирилные си, лето вняже видихом злая, и призвена рабы Твоя, и на дела Твоя, и настави сыны их. И буди светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи. Живые в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного водворится, речет Господи, весь заступник мой еси, прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко то избавит тебя от сети ловчи и от слове семя тежно, плечма своим осенит тебя и под крыле Его надеешься. Оружием обыдет тебя истина Его, не убоишься от страха ночного, от стрелы летящие во дни, от вещи во тьме приходящие, от срящие беса полуденного. Падет от страны твоей, а ты сящает, но одесную тебе, к тебе же не приближится. Обаче очима твоим осмотришь, и воздаяние грешников узришь. Яко ты, Господи, упование мое, вышнего положилось и прибежище твое. Не придет к тебе зло, и рано не приближится телеси твоему. Яко ангелам своим заповесть о тебе сохранить и тело всех путях твоих, на руках возьмут тебя, да никогда преткнешь камень ногу твою, на аспида и василиска наступишь и поперешь льва и змея, яко на мя упова и избавлю и, покрыю и, яко позна имя мое, воззовет ко мне и услышу его, с ним есть в скорби, изму его и прославлю его, долготою дней исполню его, явлю ему спасение мое». Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Огради мя, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани мя от всякого зла, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, яжека спасение прошение и жизнь вечную, в немощах сущей посети исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, служащим, милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицей Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и где же пресечают свет лица Твоего,
помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению прошения и жизнь вечную, помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу во святей Троице, единому славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содей их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, ленностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея винно себе, Тебе, Богу моему, представляю и имею волю каятися, точию, Господи Божий мой, помози мне, со слезами смиренно молю Тебя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец. Достойно есть, яко воистину блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Святейший Владыка, благослови. Молитвами святых Отец наш, и Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови, Ты мя помилуй, и живот вечный даруй мне. Аминь.